Прямо, смотрите, как красиво я рассказываю. Хорошо, хорошо. Излучина маленькая. Да-да. И дома горизонт. А отсюда вид, это километров, я вижу оттуда. Вот километров 15-18 точно мы видим. Вот точно видим. Вот. Горизонт, да? Горизонт полностью, да. То есть это, можно сказать, если по, с точки зрения военной тактики, то это стратегическая важная высотка, на самом деле. Если... Не зря вот здесь и окопы, видно прям строение окопы, амбразуры были здесь 100% попадание снарядов, авиабомб. То есть это высотка очень важная, высотка. То есть во время Великой Отечественной войны здесь происходили очень сильные военные баталии. То есть фашист на той стороне, да, да, да. Да, Евгений Петрович сросся с природой. Да, и вот в честь этого поставили такой замечательный... Замечательная часовня, вот видите, стоит аккуратно на самом таком высоком месте. Видать, здесь был такой, знаете, очень сильный бой. В честь этого князя Дмитрия Донского, великого князя Дмитрия Донского, вот так называется вот эта часовня. Его осветили, вот посмотрите, привезли, так, Короцкого князя. Дмитрия Ивановича Донского. Вот. Видите, какая красота. Неописуемая. Не надо никуда ехать за бугры далекие. Не надо никого там что-то искать. Вот счастье на самом деле здесь. Вот, посмотрите. Вот здесь, вот сейчас вы видите, вот внизу я вам показываю. Слияние двух рек. Значит, это излучина, значит, это Дон с той стороны. То есть вниз, туда, течение туда уходит. И Непря-2. То есть слияние двух рек. В итоге получаем что-то такое, знаете, красивое, огромное. Где мы видим? Естественно, Дон. Ростов-на-Дону. Все города. Дон, который в итоге вливается в Черное... В Азовское море или в Черное море? Дон. Да. А Дон в Азовское море? Да, в Азовское. В Азовское, разве? А Азовское уже в Черное. А Азовска в черное. Вот. Географию надо знать. Смотрите, какая красота. Вот еще раз, внимание. Мотор. Покажите движение вокруг. Вокруг движения. Показываю. Только быстро не вращает, надо будет. А не схватывает? Ага. Она схватывает, но какая-то. Потом смотреть плохо воспринимает. Угу, я понял. Я-то привык под киношным. Вот вдалеке мы видим храм. Крест поставлен в честь воинов. Вот крест. Вот храм. Посмотрите, какая красота отсюда, что мы видим. Вообще, матушка природа позаботилась о людях, живущих на этой героической земле.
и вдоль реки расположены древние, можно сказать, старые населенные пункты. Кстати, до сих пор камни здесь, которые находятся в роли таких землянок, они, ну, сделаны из древних камней 100%. Видите? Так, Тульская губерния, село. Какое у нас село это? Куликово поле. Буйчайское. Буйчайское? Угу. Буйчайское. Буйчальское. Буйчальское. Так что приезжайте, наслаждайтесь. Называется древним... еще Монастырщина почему-то. Монастырщина? Да, хотя вот тут Буйчальское. Буйчальское, да? Ну, не важно. А вдалеке мы видим палатки. Вот там. Дымок. Военные. То есть, значит, здесь, скорее всего, военно-патриотический лагерь. Для детей, кстати, очень полезно, очень красивое место, где они с утра встали и побежали, занимаются спортом, также изучают историю своей страны. И по окончанию сезона они такие крепкие, сильные, мощные, красивые. То есть понимают, где они живут. И не надо пятизвездочные отели, инклюзив и прочее. Обжираловка заграничная. Все здесь. Свежая каша, вкусно приготовлена на дровах. Что еще нужно для счастья? И яичница из местных птиц. Да, да, яичница, и мясо все натурально, все местное, все абсолютно. Это все можно поесть потом во время на вашего на полевой кухне. Вот там, видите? Так что привозите сюда своих детей, пусть они отдыхают, глядя на это прекрасное, прекрасное такое историческое место. Кого здесь только не били. Кого здесь только не победили. Поэтому не шли с вами. Дорожка, угу. Поняли? Здесь будет молебен, что можете приходить. На Николаевичку торте 22-го будет еще. И 20-го. Как раз завтра праздник. Ну, говорит, да. Праздник так, одуванчиков каких-то, да? И вот там километров 12 Любчева, это художник. Который его оформлял изнутри, наверное, да? И вас будем поджидать. Ну да. Окно очень красивое. Меня интересует, если вы мне там сделаете снимок вот прямо, знаете, вот именно окно, то есть как бы. Хорошо. Сначала же надо подняться. Послушаем.
Геннадий Петрович, смотри, аккуратно голову там свою, хорошо? Пригибай там железку, сказали еще. Какой красивый и интересный очень. Вот так впервые, можно сказать. В таком месте, да? В таком месте, да. Грение силы. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы тоже на экскурсию? Нет. А вы Звонарь? Да. Доброе здоровье. Алло, да. Нет. Да, а что? Я на Белокоте. А что это? А вот это, чтобы не засиживали волосы, здравствуйте. Да, да, но они не помогли. Пришлось на окна сетки ставить. Ага. Решетки. Тут и отпугиватель ставили, хищники кричали, но голуби не испугались. Не испугались. А вот это надежнее всего, сеточка, да? Ну да. Здесь в храме зерно хранили, голубей было очень много. Угу. Да. И тут помета было очень много, машинами, тоннами вывозилось. Ой-ой-ой. И поэтому пришлось нам закрыться от них. Ну ничего не поделаешь. Ну правильно, скажу. Логично. Ну как, помет у них такой ядовитый, что все... Известняковая. Все разъедается. Ну да. Красиво. Колокола ответы были. В честь 620-летия Куликовской битвы на московском заводе ЗИЛ. Да, этих тоже были после постройки храма. Вот она, старая балка, видите, вверху. Это но сколько 1800? Было? Да, 1884. Да. О, какая балка. А вот это новенькая, да? А это новенькая. И вот эти балки, которые торчат из стен, видно, на них тоже были колокола. Ну, какие весом и сколько, неизвестно. Ну, как и везде, в России, звон был запрещен в советское время. Колокола сбрасывали с колоколен, отправляли на переплавку. А почему было запрещено, по идее, тогда? Еще с точки зрения войны, как бы, если мы врага видим, то мы еще и оповещали всех остальных. Вот, советская власть, она же как с церковью жила. А, ну, да. А колокола, это же тоже вестники Божьи. На пасхальной неделе у нас разрешается звонить всем желающим, но только на пасхальной. Да. А так все, что происходит на колокольне, по благословению настоятеля храма. А он сейчас здесь? Нет, служба была вчера, Вознесение. А так у него приходов два, в узловой и здесь, и он, конечно, не успевает. Да. Расстояние большое. Приезжали в Лозу. А теперь молебен в субботу. Завтра молебен. Мы нет, мы уже будем далеко. Ой, ну у нас тут в мае всегда очень хорошо. Вот смотрите, какие огромные просторы наши куликовские. До линии горизонта далеко, и вот захватывает дух аж. Иностранцы, когда приезжают, не желают спешить в музей, наслаждаются. Говорят, дайте вдохнуть полной груди. Это точно.
стихи поют, особенно вечером. Ну, прекрасно, да. Что-то уже больно, 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 больно.